Всем привет! Как дела, как настроение? Вы думаете, я сегодня вас буду учить, как драться? Нет, вы ошибаетесь. Я вас сегодня буду учить побеждать. Нет, не то, не то. Сегодня мы поговорим с вами вот о чем. Не скажу о чем. Задай себе вопрос, за кем ты следуешь? Смотря один фильм, отец сказал своему сыну: если хочешь быть лучшим, дерись с лучшими. Ньютон говорил... Ньютон, физик, человек, который добился успеха, говорит: я видел дальше лишь благодаря тому, то, что стоял на плечах у гигантов. Павел говорит: подражайте мне, как я подражаю Христу. Кому ты подражаешь? За кем ты следуешь? Ведь очень важно иметь в примере человека, который не на один шаг впереди тебя, а на 5, на 10. Да, бери с него пример, достигай максимума в своей жизни. И тогда будет прогресс. Там не шумит? А как я говорил раньше? Итак, не останавливайся на достигнутом. Будь продуктивен. Читай биографии, общайся с мудрыми людьми. И ты будешь победителем. А я благословляю тебя и говорю пока, чемпион.